Ну, мне проще ответ через видео снять, там, в ленте спросили, вот, если на Западе мы так активно свою личность накачиваем, да, то есть, что делать, да, то есть, вот, как сохранять контакт с пространством, с высшей силой. Но прежде всего здесь, до того, как что-то с этим делать, надо просто увидеть, как работает наш ум, и, на мой взгляд, вот здесь хорошо, вот, например, випассана, да, то есть, вот такие буддийские медитации, где ты сидишь и отслеживаешь, как работает твое тело, как приходят мысли, как приходят чувства, да, то есть, ну, в моем случае про психотерапию, да, то есть, как накатывают тараканы, да, то есть, как они захватывают власть, да, то есть, как прошлое имеет власть над тем нашим поведением, которое над нашими действиями, которые мы осуществляем. И вот ты наблюдаешь, первая часть это вот накачать эту роль наблюдателя, чтобы не слипаться со своей личностью, наблюдать, как она работает, так же, как мы наблюдаем с нашей кости, мышцы, как работают.